клубе, а color crush, а color rush, а touch this tune. Пожелаю всем доброго времени суток и пожелаю матчу быть интересным. Меня зовут Юрий Розанов, и я надеюсь, что мой коллега Василий Соловьев присоединится к моим пожеланиям. Я считаю, что игра просто обязана быть зрелищной, Юра. Я уверен в этом, потому что лидеры против претендентов на лидерство – это прекрасная завязка для матча. Ну и вот он, стартовый свисток. Матч начинается. Но с такими передачами мы далеко не уедем, господа. Ди Мария. И удар с угла поля выполнит футболиста мадридского Реала. Рауль Альбиоль. И все теперь. Удар неточный, нервы в узел и играть дальше. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. И закончилась эта атака. Ну что ж, теперь и мы, комментаторы, будем гнать мяч в другую сторону. Ну а партнер кому отпасует? Бей! Хорошо располагается защитник на пути мяча. Хороший момент! И в этой суматохе защитник оказывается молодцом. Задумано было здорово, но задумка эта была прочитана, а мяч перехвачен. Все правильно, есть адресат. Очень далеко до ворот. Здесь гола ожидать, пожалуй, что и не стоит. Модрич. Ах, как хорошо. Удар по воротам. Гол! Да, гол хороший, гол рабочий, гол такой нападающий. Из пределов штрафной, как говорится, и я бы забил, и ты бы забил. Но вот там окажись, прибеги, поборись. Вот это он мне очень и ушли. 12 минут минуло, и первый гол состоялся. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Кудера. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Неплохая передача. Думаю, надо бить и забивать. Цело. И мяч потерян. Вот это матч, вот это игра. Ну же. Очень часто после прострелов защита перехватывает мяч. Вот как раз такой случай. Не надо смотреть на арбитра, он не свистит. Шутя просто на дриблинге проходит соперника. И потеря на ровном месте. Сложное сделал, простое не сумел. Ну же! Удар! С
Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. И покатилась атака. Вот момент. Ну и в принципе правильно. Даже если желтая карточка, все равно правильно. Атака была, могла быть очень опасной, и нарушение вполне оправдано. Вась, смотри, как, с какой скоростью он уходит. Да, причем есть люди с дистанционной скоростью высокой, есть со стартовой, а у него и одна, и вторая. Так рванул. Ну, с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена, как передача. Очень-очень прилично. Ну, казалось, еще немного. Модрич. Хаби Алонсо. Как-то было видно, что не очень он уверенно делает пас. В итоге соперник перехватил ее. Думаю, надо бить и забивать. Никто не готов, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Это шанс. Ах, как тяжело его опекать. А, очень высокий процент реализации. Бить ему нельзя давать. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Ди Мария. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Практически не поднимая головы. Очень хорошее взаимопонимание. По флангу развивается атака, и можно сделать передачу в центр. Футболист Реала перехватывает мяч. Хороший пас. Нельзя это промазать. Удар с лета. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехват. Остроумно сыграно. Хороший пас. Ди Мария. Модрич. Так, ну и время поменяться ролями. Мяч потерян. Атака противоположной стороны. А до ворот-то не так уж и далеко. Вполне возможен. А вот удар. Арбитр фиксирует офсайд. Ну так, спорная ситуация. Модрич. Еще один пас. Попадает этот удар в полевого игрока. И почему-то никто не встречает. Зафиксирован офсайд? Да, зафиксирован. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Как легко дают сопернику отобрать мяч на твоей половине поля. Нельзя этого делать. И все, конец атаки. Или вернее, начало другой со стороны соперника. Вот она, эстетика обороны. 1-0 после первого тайма. Говорят, что матчи выигрываются за тренерским столом до игры. Во многом абсолютно детальная проработка к этому поединку. Великолепный настрой и абсолютно заслуженное лидерство после первого тайма. Да, это похоже на чудо, но все-таки пока это еще не чудо, а полчуда.
Неужели настрой команды тоже решается за тренерским столом? Я вот не знаю. По мне, так это какое-то удивительное стечение обстоятельств плюс работа. И вот он, перехват и возможность уйти в контратаку. Модрич. Хаби Алонсо. Акин. Отобрали мяч у соперника и посмотрим, получится ли встречная атака. Хороший шанс. Вот момент! Выронить этот мяч надо было постараться. Он же сам шел в руку. Неточность. Соперник мяч перехватывает. Футболист Реала перехватывает мяч. Ну и если есть умелец зарядить отсюда руками в штрафную, то может возникнуть очень опасный момент. И защитник забирает мяч. Хаби Алонсо. Как-то было видно, что не очень он уверенно делает пас. В итоге соперник перехватил ее. Так, а дальше? Вот шанс забить! В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Не видит арбитр тут нарушение правил, дает знак продолжать игру. Команда лидер и играет хорошо, но может потому и лидер, что все время стремится к чему-то большему, как и в сегодняшнем матче. Если не завышать планку в спорте, то можно очень сильно на этом деле погореть. Федера. Модрич. Федера. И посмотрите на Криштиану Роналду. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. По мячу попало, по воротам. Пас партнеру. Продолжается атака. Вот передача. Вот так с наскока не получилось. Серхио Рамос. Модрич. И теперь атака пойдет в другую сторону. Можно было сыграть и поточнее, наверное. А вот мне показалось, что офсайда никакого не было. Сразу три игрока выходят на поле. Молодцы защитники. Всегда так бывает. Атакуют красиво, а разрушают как-то вот прозаически. Но это футбол.
Так, молодец. Ну же! И на пути мяч. Акин не удержал мяч. Неточный пас. И вот он, удар по воротам. И будет команда подавать угловой. Вполне логично, замена, когда команде нужно добавить напора, страсти, скорости, а может быть, и взгляда со стороны. Порой в обязанность защитника и входит тушить пожар собственной штрафной. Криштиану Роналду. Федера. Есть с кем отыграться. Продолжение атаки через пас. Удастся ли отыграться? А? Удастся ли отыграться? Один лишь мяч разницы, но и играть 5 минут всего. И все было рядом. Да, вот он локоть, поди его укуси. Акин. Вот как раз тот... Я на стороне судьи, мне кажется, он абсолютно точно прочитал эту ситуацию. Ну и это стандартное положение сразу практически разыграно. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Пока все очень здорово. Удар по воротам. А это гол. Вот такой вышел матч на кураже от первой и до последней самой минуты. Да, мы смотрели такое впечатление на игру одной команды. Другая ничего поделать не могут. Все забивают и забивают, забивают и забивают. Когда же кончится этот матч? Федера. Сигнализирует арбитр о завершении матча. Ну что ж, как-то вот повелось в последние годы подобные победы вас, да, называть победами на классе. Ну, так можно себе позволить играть, если у тебя...